Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня немножко хотел бы поговорить о играх с дополнительной реальностью. Что это за игры? Я продемонстрирую вам одну игру, если можно ее так назвать, как учебное пособие Anatomy 4D, и вторая игрушка, которая, думаю, многих заинтересует, которая называется Toyota 86. Обозначение AR обозначает о том, что это игра с альтернативной реальностью. Как все это дело выглядит, сейчас я покажу, а потом скажу, что нужно сделать для того, чтобы запустить данное приложение на своем смартфончике. Итак, запускаем игру. У нас осуществляется вход в игрушечку. И покажу, как все это дело работает сейчас. Вот, запустилась наша игрушка, и вы видите, что у нас появилась вот на нашем рабочем столе такая вот машинка, которая ездит по вашему рабочему столу, совершает всевозможные повороты. То есть очень интересная игрушка. Куда там машинка уехала моя, не пойму. Сейчас я попробую перебазироваться на пол, чтобы было больше расстояния, и показать в реальности. Найдем сейчас машинку. То есть работает на любых расстояниях, достаточно сделать большую картинку. То есть вы можете носиться по квартире, где вам будет удобно. Вот такая вот интересная игрушечка. Согласитесь, что довольно-таки все интересно. Ну, немножко я тут с управлением, у меня портаки. Но машинка ездит и все работает. То есть, распечатав вот такую картинку, которая лежит в центре, вы сможете играть на любом покрытии. Это первая игрушечка. И сейчас я продемонстрирую приложение Anatomy 4D. Тоже необходима картинка. Может быть, немножко некачественный звук, поскольку я все это дело делаю стоя. Сейчас хочу продемонстрировать, как работает Anatomy 4D. Тоже нужна распечатанная картинка. После того, как вы наведете свой смартфончик на картинку, у вас появится вот такое вот изображение, в котором вы можете выбирать всевозможные функции для показа. То есть выбирать органы, которые вам нужны. Мужчина, женщина. Ну, согласитесь, что довольно-таки интересное приложение. Пока для данного приложения есть только вот полностью тело, которое будет показывать всевозможные органы. И еще одна картинка, которая уже готова для данного приложения, это именно сердце, вот такая вот сердечная мышца. Скажу сразу, что необходимо хорошее освещение для картинки. Вот, вот так вот сердце. Так это все дело работает. Можете выбирать, что вам показывать. Можете скрыть ненужный орган. Ну, согласитесь, что довольно-таки интересно все выглядит. Сам факт существования таких вот приложений натолкнул меня на необходимость, как бы я сказал, сделать вот такое вот видео и показать, что такие игры с дополнительной
реальностью существуют и доступны для скачивания уже в Play Market. Я дам ссылочку на скачку данных видео. Вот так все чудненько работает. Все, что необходимо, это распечатать картиночку. Вот так вот выглядит распечатанная картинка. Не обязательно в цвете. Это вот для сердца так картинка выглядит. Вот как выглядит картинка, распечатанная уже для полностью всего человеческого тела. И вот такая вот картинка именно для игры на гонке Toyota 3D. То есть хотел бы поделиться, что существуют игры с дополнительной реальностью. Есть возможность протестировать. Игр очень много. Ну, не так много, как бы хотелось бы, но сам факт существования именно таких игр натолкнул меня, как я уже сказал, на вот мысль сделать такое видео. По игре Анатомия 4D картинку распечатать можно прямо из игры. Есть инструкция по пользованию. Можно использовать стилус. И можно распечатать картинку прямо в программе. Есть картинка, можно ее просто распечатать. Или я же выложу файлики, которые вы сможете скачать, чтобы не шариться нигде в интернете. Именно выложу для формата А4. То есть, разместив картинку под объективом вашего фотоаппарата, вы сможете играть вот в такие вот игры. Вот такая вот полезная, мне кажется, информация для любителей игр, для любителей всевозможных новшеств, которым все чаще и чаще подвергается наш Android. То есть, его возможности дополнились еще вот играми с дополнительной реальностью. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч!